Тяжелая игра такая была, как бы. Не знаю, у нас где-то что-то не получилось, но потом более успокоились там ребята, и все нормально пошло, как бы контролировали игру, мне кажется. Там некоторые выпады, но в целом мы контролировали. Там не забили точку, но такое бывает, это футбол, но если судить по пенальти, то да, у нас был фарт на нашей стороне. Ну а так в целом, я думаю, ну это наша же... Ну, закономерная победа. Много не реализовали, там последнюю передачу не могли, особенности я-то не мог дать. И, ну, получилось так, что если забили они пенальти, то, конечно, было вообще тяжело. Ну, хорошо, что они не забили, мы забили. Ну, тяжелая игра, понятно, они как бы команда с традициями, я так вроде знаю, что слышал, они постоянно играют во второй лиге. Ну, команда боевая, хорошо. Хорошо все закончилось. Непростая просто игра получилась. Ну, может, мы сами виноваты, что она вышла непростая. Просто надо было забить сразу, как с Барсой, например. 2-3 гола, 4, и пошло бы, было бы нормально. Так не забили, и получилось еще пенальти в итоге. А если бы не забили, то было тяжело. Важка гра дуже в першому таймі, непростий проти суперника. Непростий, дуже достойно виглядав в першому таймі. Так що... Щось працювати, хлопці. Ну, багато моментів дуже створила команда в першому таймі. От не вдалося забувати. То можна сказати, що чогось не вистачало команді, можливо, останні паси саме в атаці. Ну, коли команда створює багато моментів і не забуває, то завжди щось не вистачає. Ну, хладнокров'я якогось не вистачає.